волноваться. Как тебя зовут? Меня Рита зовут, а тебя как? Лилия. А ты с какой планеты? Я из Земли, а ты? С Нептониуса. Классно, я так хочу там побывать. Там очень прикольно. Да, мне кажется. Скажи, а ты не знаешь, где тут сдают багаж? В смысле, привозят? Да. Должны тебе дать при входе, ты покажешь свой бейджик, тебе говорят, в какой ты должна приехать номер, и дают тебе чемодан. А, ну мне ничего не сказали. И чемодан не дали. Чемодан дали, но ничего не сказали. А где чемодан? Не знаю. Я его куда-то поставила, а потом я пришла, его там нет. Да уж, что-то они вообще с ума сошли. Ну ладно, если тебе пока негде жить, то можешь переехать ко мне в комнату, я буду не против. Спасибо. Только поможешь мне найти чемодан? Да, конечно. Давай пока что я тебе все здесь покажу, а потом уже и чемодан найдем. Спасибо большое. Пойдем? Пойдем. Что тебе лет? Мне 12, а тебе? Я 11. Круто. Не буду занимать много места в твоей комнате. Нет, конечно, я пока что в квартире одна живу, поэтому места будет много, и мы еще сможем. Пойдем поищем твой чемодан, а то, может быть, его кто-то уже нашел и ждет хозяина? Наверное. Знаешь, мне так понравилось здесь. Мне тоже тут очень нравится. Хотя раньше я думала, что тут очень даже скучно и неинтересно. Но когда найдешь себе друга, то очень даже классно. Да. Ну ладно, давай, пойдем поищем чемодан. Давай, пошли, пошли. Слушай, может, пойдем поедим, а то так есть хочется. Пойдем. Пойдем. Давай, пошли. Тут очень хорошо кормят. Да, согласна. Лиля, а ты можешь рассказать мне про то, как ты получила свои магические способности? На нашей планете, когда рождаешься, ставят большой круг. Кладут человека в середину, он подходит к каждой стихии и выбирает. Если у него это получается, то это его стихия, а если нет, то идет дальше. Я родилась так, что я могу делать все, что мне дано. Все, что я захочу, все то и сделается. Это зависит от моего настроения. Как классно. Вот бы мне так. Как ты думаешь, а какая моя магическая способность? Ты даже сама узнаешь об этом. Придет время, и ты все узнаешь. Круто. Ты что, не дождусь этого времени? Пойдем? Да. Пойдем. Ой. Я так сильно хочу себе кота. Да, это очень приятно, я знаю. Я тоже бы себе завела. Ой, вот бы он у меня сейчас появился. О, смотри, какая прелесть. Не как мы его называемся? Ага. Может быть, это и есть моя волшебная сила? Наверное. Как ты думаешь, как мы его назовем? Может быть, Боня? Бонифаци. Это идеальное имя для него, правда? Да. Да, малыш? Ой, какой ты мягкий и теплый мальчик. Да. Давай его отпустим. Смотри, какие коготки. Давай его отпустим. Он должен осмотреться здесь. Да. Беги. Беги, малыш. Умница. Мне так волосы мешают. Ты не могла бы мне что-нибудь своими волосами сделать? Конечно. Так резинку дай. Да, конечно, у меня есть. Что тебе сделать? Да что-нибудь, любую косичку мне подойдет. Конечно, сейчас.
Ух ты, опять сюда! Просто сучка!